Всем привет, с вами Лев, и, ребята, в принципе, давненько не было роликов, да, и сегодня у нас будет необычное видео, в принципе, да. Сегодня мы поиграем, как бы, ну, как всегда, Майнкрафт, в принципе, я сегодня буду, как бы, смотреть на текстурки новые, вы посмотрите на них, и здесь я, как бы, скажу свое мнение об этом, да. Ладно, в принципе, давайте начнем, как бы, ладно, да. Начнем мы с кровати, как видите, кровати вот такие вот, да, мне они очень нравятся, посмотрите просто вот какие они офигенные, посмотрите на эти текстурки просто, ну, это просто жесть, да, то есть это как будто бы подушки такие белые, да, и вот это реально очень красиво выглядит, то есть это реально прям достойно просто, я не знаю, 5 из 5, 10 из 10, да. Не, я понимаю то, что можно было сделать, конечно, еще, наверное, круче, но мне кажется то, что это нормально. То есть это круто, да. Я, кстати, давненько видео не комментировал, поэтому если я буду заикаться или как-то не сразу что-то говорить, то за это извиняюсь. О боже, что происходит с Майнкрафтом, действительно, просто. Кстати, вот такой баг я заметил вот на этих версиях. А, я миг для сети открыл, все, и пошло, поехало, да. Такого не было сейчас просто. Ладно. Потом, если что, исправлю, да. Вот, смотрите, обсидиан. Обсидиан выглядит просто офигенно. То есть, раньше он не был таким офигенным. Сейчас вообще уже Майнкрафт по текстуркам, если так посмотреть, новые текстурки. Я не знаю, это второе дыхание Майнкрафта. То есть, какой-то Майнкрафт 2.0 по мне просто. Майнкрафт сейчас выглядит как-то, не знаю, как-то получше, то есть, конечно, можно все, можно просто текстурки, например, и моды установить, и будет то же самое, но самое главное, то, что вот зайдет, например, новый игрок в Майнкрафт, он вот это увидит, да, и просто удивится, потому что, ну, вообще, можно рейтинг игры поднять с помощью таких текстур, да и не с помощью таких текстур, тут как бы есть еще вот такие вот вещи новые, да. Ну, текстурки, это, конечно, офигенно, я вам так скажу. Как видите, вот так вот дерево выглядит, да. Давайте я детально поставлю. Вот так вот это выглядит. Очень красиво, как по мне. То есть, вот такое вот красивое дерево, да. И давайте, кстати, на четверочку поставлю. Это круто. То есть, вот такие деревья. То есть, я уже привык к старым текстуркам, а это новая текстурка. То есть, вот посмотрите, как выглядит все, да. Вот так вот, посмотрите, вот очень красивый дуб, высокая трава. Тут вообще все изменилось. То есть тут даже, если внимательно посмотреть на землю, то она даже немножко изменилась. Даже сама земля, трава изменилась. Вот это, вот этот баг надо, кстати, не мешать будет. У меня же во втором мире такая же хрень. Ну ладно. Камень даже изменился, посмотрите на камень, да. Ну ладно, про камень мы потом поговорим. Ну, кстати, вот если внимательно присмотреться, то раньше мне казалось, что здесь вообще ничего нету. Но здесь есть какие-то пиксельки, да. По-моему, раньше такого не было. По-моему, раньше просто был зеленый цвет вокруг, и все. Или нет. Ну, вода вроде бы никак не изменилась, хотя не знаю. Появился вот такой столик книжный, да. Прикольно, да. Это не обзор обновления, я просто свое мнение показываю, да. Как по мне, это все очень круто. Вот, эндер жемчуг немножко изменился. Как видите, все изменилось. Вот тут все, что я показал, это все изменилось. Как видите, тут даже таблички новые появились, вот такие вот, да. Раньше их не было. Так, давайте F на пенях поставим, да. И можем менять цвета. Видите, изменился цвет. Можно вот такой взять. Изменится на такой. Окей, давайте уберем. И, как видите, вот такая вот вещь появилась. То есть, такая вот пила, получается, ну, я не знаю, как это назвать, может по-другому. Ну, типа пилы, да, которые крутится. Я так понимаю, то, что вот, типа, вот, берем вот так вот, типа, я так понимаю, в будущем это будет как-то ездить. Да, это как-то будет ездить, да. Это просто типа вспомогательных блоков будет. Я так понимаю, то, что с обычным верстаком можно будет пользоваться и все там крафтить, я надеюсь. Как бы вот, видите, тут можно карты всякие крафтить. Тут, я так понимаю, луки, видите, стрелы всякие. Перо, все такое. И на самом деле это круто, да. Это очень круто.
Это, я думаю, что это какой-то хайп вызовет даже это обновление, потому что, ну, это реально круто, то есть это реально круто, даже вот посмотрите, кирпичи изменились, то есть очень... Вот кирпичи реально зачёт, то есть раньше кирпичи были, я вам скажу, в то время кирпичи были ужасные. Ну, как по мне, они не были ужасные, но они были какие-то не очень. То есть сейчас реально можно строить здание с обычными текстурками, уже сказал. Видите, тут все изменилось, я просто давайте вот так вот... Ой, извините, это случайно. Вот, давайте я просто вот так посмотрю, вот так вот палет появился. Давайте просто покажу текстурки, да. Тут еще некоторые новые вещи появились. Видите, саженцы всякие, зажигалка, кварцы, рыбы всякие, да. Зельки, бамбук есть даже. Вот, кстати, бамбук новый, да. Ладно, давайте пойдем дальше. Броня изменилась. Давайте покажу броню. Кожаная, все изменилось. Вся броня, даже, по-моему, шлем изменился. Может быть, нет, может совсем чуть-чуть, я вроде бы не заметил особо разницы. Даже вот тут эффекты, видите, изменились, то есть здесь просто вода появилась, если я выпью, например, подводное дыхание. А, да, здесь подводное дыхание, окей, генерация, смотрим. А, нет, генерация, ну немножко совсем сердечко изменилось. Прыгучесть, заметили, да, то есть изменилось немножко. Силу давайте выпьем. Да, вот такая вот стила, типа меч там висит, я так понимаю, да? Хорошо. Вот бамбук, он очень высоко может расти. Вот это я уже я сам поставил. То есть, боже, что с Майнкрафтом у меня? Ладно, я перезайду сейчас. Вы как бы поняли, вот так вот выглядит бамбук, он растет как бы на земле. Интересно, на песке, ну, на песке вряд ли он растет. Короче, это в джунглях можно встретить. Арбузы появились, кстати, они... Их реально будет, наверное, сложно в джунглях найти, потому что джунгли тоже изменились. Арбузы тоже неплохой, тоже неплохой. Но мне кажется, прошлая текстурка немного лучше была, хотя, ну, с этим можно поспорить. Ну, пока что 50 на 50, по моему мнению. Блоки. Дальше у меня все, уже миф не хочет прогружаться нормально, а хочет просто какую-то дичь показывать. Как видите, блоки, в принципе, я смог тут, как бы, да, оставить. Ну, то есть, дальше что-то с миром, ладно. Смотрите, изумрудные блоки и изумрудная руда, как видите, изменилась. То есть, все очень круто выглядит, да. Мне очень все нравится, то есть, реально все очень жестко. Плитки, вот плитка даже железная изменилась. Каменная, вроде бы, тоже изменилась немножко. Да, она изменилась, кстати. Золотая, это заметно, что изменилась. Там дальше будут плитки и деревья, ну, какой-то дуб, всякие блоки. Поэтому давайте я перезайду, и я вернусь. Все прогрузилось нормально, как вы видите, все нормально прогрузилось. Да, в принципе, хорошо, ребят. Я как бы не помню, уже говорил или нет. Я после переснимаю второй или третий раз. Как бы я хочу извиниться за то, что роликов опять не было много, да, долго не было. А, нет, по-моему, говорил. Но, на всякий случай, в принципе, еще расскажу, да. Про блоки я только что уже сказал, да. Вот, даже уголь изменился. То есть, вот железо, кстати, прикольно. Давайте я покажу вот так вот. То есть, это реально прикольно выглядит. Давайте редстоун покажу. Редстоун изменился. То есть, если так внимательно присмотреться, то он ну, изменился. То есть, если издалека смотреть, то ничего, как бы, не изменилось, кажется, да. Вот это особенно вообще прикольно. Вот я любил раньше лазурит очень сильно. И сейчас еще больше любить начали его, да. Вот тут даже маленькая такая штучка. Ну, то есть, очень прикольно все выглядит. Прямо очень. Хорошо, вот тут свинья. Давайте мы ее пристрелим. Натягиваем, отпускаем. Потом еще раз нажимаем, и мы ее убиваем. Еще мы ее не убиваем, но... Да. Сейчас мы ее точно убиваем. Как свинина выглядит. Да. Мы ее здесь выкинем. Лампочка. Лампочка. Видите, лампочка, ее можно поставить на землю и можно повесить. Вот так вот повесить и все. Крафтится, а крафтится дальше будет. Ну, смотрите. Кстати, появились вот новые ограды такие вот, да. Где-то вот здесь, вот, смотрите, новые ограды появились. Ну, я их не хотел тут показывать, но давайте покажу все-таки. Вот, видите, как-то так. Может, я думаю, это что-то для карты Майнкрафта можно что-то немножко делать, да. Я понимаю то, что это можно все благодаря модам сделать, да. Но, как бы, в любом случае, текст,
текстурки, вообще все это прикольнее выглядит. То есть, например, какой-нибудь человек не умеет моду устанавливать, к примеру, да, и такие вот вещи, в принципе, в Майнкрафте добавляют. Можно, конечно, было и другое что-нибудь добавить, но, в принципе, хорошо, да. Кстати, когда-то я задумывался, то, что вот можно вот такую вот штучку, типа, сделать в Майнкрафте. Это то ли 2 года назад об этом задумывался. И, как вы видите, ее добавили. То есть она пока не работает, я так понимаю. То есть я книгу пытался поставить, но что-то не получалось у меня. Может быть и можно, я не знаю. Это мое мнение, как бы я не делаю обзор, поэтому не надо мне что-то говорить, то, что я там ничего не знаю. Ладно. Так, у меня легкая. Хорошо. Видите, вот как бы крафт лампы. Я на всякий, ну, как бы загуглил, да, я посмотрел. Вот такой вот крафт. Вот, в принципе, факел и кусочек железа. Я где-то, когда там год, полтора или два назад, когда вышло обновление и появилось это железо, я как бы думал, типа, зачем его вообще добавили, типа, для чего, типа, я просто думал то, что я не знаю, типа, ну, я просто думал то, что этот предмет нужен для чего-то, но я не знал для чего, оказывается, ни для чего он не нужен был. Вот теперь, для лампы, да. Крафтится очень просто. Одно железо нужно и один факел. Все. И лампа готова. То есть, если вы хотите сделать красивый дом, вот, например, у меня сейчас летсплей идет, и там вот таких бы ламп мне бы пригодились. Потому что там, ну, факелами ставить как-то не очень, да. Ну ладно, тут мобы всякие, текстурки мобов изменились. Конечно, у большинства мобов все изменилось масштабно, но я поставил такие самые такие вот важные, ну, я так думаю, что это. Мне страшно. Что происходит? Вы слышите это? Ладно. Не будем обращать внимания. Вот тут мобы. Вот, кстати, скелет. Вот так вот он выглядит. Достаточно прикольно, как вы видите. То есть достаточно прикольно выглядит все это, как видите, вот скелет вообще прикольный. То есть он череп его тут. Такое. Клипер. Клипуля. Как видите, у него типа сердце, я так понимаю, зеленое такое, видите, да? Я раньше вообще думал, что он не изменился. Как видите, он даже достаточно сильно изменился. Если издалека смотреть вот так вот, то мне кажется, то, что ну, вообще изменений нету. А вот если вот так вот впритык посмотреть, то у него тут вообще жестко на спине что-то. Ну ладно. Хорошо, я про это вроде бы рассказал. Да, я про это рассказал. Тут люки добавили, я так понимаю. А, нет, люки, по-моему, уже были. Вот такие вот плиты добавили. Да, достаточно прикольные тоже. О, нифига, смотрите. Прикольно. Прикольно. Можно какую-нибудь музыку из этого сделать. Да. Ну ладно. Ну, тут как бы я вроде бы говорил об этом. Хорошо, вот лампочки, в принципе, у меня вот тут есть. Вот крафт, как бы уже сказал. Тут цветы добавили. Естественно, это не все цветы. Естественно, есть еще цветы с новыми текстурками. Вот, я так понимаю, вот синий василек, по-моему, его не было. Или он в 1.13 появился. Если честно, я не знаю. Я достаточно мало играл в 1.12. Он там 3 месяца назад вышел или когда. Текстурки прикольные. Зато появился новый. Новая роза, увядшая. Она появилась... Ну... она, по-моему, из-за визоров появляется, да, и сушеная, как бы она переводится, так, ну, если включить английский, как бы, язык, то там, по-моему, написано и сушеная. Тут увядшая, ну, по-моему, она и сушеная, типа, ладно. Хорошо. Мобы. А, тут шалкер где-то. Точно. Я шалкера когда-то заспавнил, он телепортнулся, сбежал от меня. Ладно, давайте... Паним мобов. Зомби я еще не показывал. Вот зомби. Смотрите, вот такой вот он. Видите, у него тут типа куртка какая-то. Ну, как будто бы. Вообще зомби тоже прикольный. Штука зомби меня уже поднадоедала. То есть я вообще в последнее время всегда текстурки скачивал, даже для обычного Майнкрафта. Если вот смотрите мое выживание на 1.12, я там тоже с текстурками файтфулом играю. Что файтфул немножко изменяет. Текстурки. Хорошо. Ну, к
Калипуля, я уже сказал, даже на спине что-то у него там есть. Непонятно вообще, типа это... Непонятно, короче, наверное. А, это типа взрывается. Не знаю, может быть это что-то с этим связано, не знаю. Куница. Куница, заметно то, что изменилось. Тут такой цвет серый сзади и впереди. Прикольно, прикольно, да. Вот это, конечно, меня что-то вот просто я офигел. Вот вы на это посмотрите. Он просто, мне кажется, очень сильно изменился. Он еще, вы заметите, он еще так сильно такой яркий. Я себе, ну, раньше, по-моему, не был ярким. Отсюда смотрю, и видно, что он там что-то делает. Что-то делает, окей. Свинья, паук и панда. Панда появилась, панда. Видите, панда появилась. Очень хорошо. В джунглях появились панды, да. Кстати, это обновление про деревню, я так понимаю, да? Да, это обновление уже про деревню. Сейчас, конечно, другое нам показывают. То есть, вот то, что я сегодня показываю, это вообще процентов, наверное, 15 из всего обновления. Может быть, даже 10. А скелеты, да, я скелеты показывал. Панда. Панда, как бы, ну... Текстурки, как бы... Я не могу сказать, какие у него текстурки. Типа, я его первый раз вообще вижу. Ну, это же, типа, в этом обновлении он появился. Хорошо, свинья. Видите, вот такая вот свинья. Достаточно прикольно. Хорошо, да. В принципе, ладно. Паук вообще офигенный. Просто жесткий паук, да. Очень крутой паук, да. Ладно, я, в принципе, давайте не буду всех мобов показывать. Времени уже мало, в принципе, не остается. Ну, еще корову. Корову это что-то с чем-то, конечно. Она какая-то стрёмная, она страшная. Не надо меня смотреть, всё. Она меня напугала, ладно. Окей, вот тортик изменился, тортик тоже прикольный. Типа он такой закругленный, прикольно. Давайте я уберу. На миг мой поставлю. Ну, как видите, кварц изменился. И тыква тоже изменилась, да. Пух, по-моему, пух тоже немножко изменился, да. Раньше как-то Майнкрафт, вот, до этой версии как-то он выглядит современней. Сейчас он не так выглядит современней. Сейчас он такой стал другим. Ну, как бы Майнкрафт, он раньше современней выглядел, а как бы построек не было современных. Поэтому они сделали, видимо, такое, типа, историческое, так сказать. Ладно, давайте загрузим территорию. Итак, в принципе, давайте мы вот это все сломаем. Я, в принципе, видите, вот так вот все выглядит. То есть, очень прикольно. Блин, я прям чувствую, как я говорю как-то нечетко. Извините, если реально я нечетко говорю. Мне реально сложно говорить. Я себя сам плохо слышу в наушниках, поэтому да. Грибы вот такие вот прикольные. Ну, кстати, я бы добавил бы еще бы какие-нибудь грибов, да, было бы прикольно. Но это я ничего не намекаю, просто говорю, да. В принципе, назвит, ну как бы. Вы поняли, в принципе, да. Хорошо, даже тут вот магма изменилась. Если посмотреть так внимательно, видите, изменилась. Тоже прикольно. Я бы в такой бы Майнкрафт с удовольствием поиграл. Здесь еще дофига обновлений будет, если честно. Здесь еще постройки есть куча на этой версии, да. Поэтому, если вдруг вы как бы хотите, чтобы я снял вторую часть, где я уже что-нибудь обозреваю или показываю постройки новые, то как бы давайте наберем лайков 9-10. 10 лайков, я думаю, мы наберем. Спокойно, я надеюсь на это, да. И тогда выйдет вторая часть. Если не набьете, то, ну, то не выйдет, потому что, ну, типа, это просто такой ролик, как бы, да, просто так решил заснять, что-нибудь изменить, да. Вот смотрите, погружается все, лава тут. Хорошо. Кстати, мухомолы. Мухомолы найти не могу. Я уже полетел их. Они тоже достаточно прикольные, изменились. Тут вообще новые текстурки. Даже вот гравий мне не понравился. Гравий не очень. Гравий по мне не очень. Гравий раньше, мне кажется, был лучше. То есть реально. А то этот гравий какой-то на старой версии немножко смахивает, как по мне. В принципе, на это все. Вот закончили мы в аду. В принципе,
Не забывайте ставить лайки, да, подписываться на канал, если не подписаны, если вам понравился ролик. Посмотрите прошлый ролик, он, кстати, был угарным, да, по Бэдварсу, да. Ой, я-то думаю, все мобы. Вот так вот, кстати, ой, вот так вот сильно зомби выглядит. Что-то громковато. А, у меня 10% было, извините, ребят. Что-то как-то громковато было. Ладно. Вот так вот выглядит сильно зомби, видите. Он тоже очень, вот, очень прикольно выглядит. Все, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, я не знаю, сколько выложит видео, вечером или утром, не знаю, когда. Снимаю я его утром, поэтому сложно говорить, как бы, да. Сами поймите, да, сложно. Я давненько ролики еще не записывал. Поэтому я или заикаюсь, что-нибудь такое. Все, ребята. В принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Это важно, чтобы ролики как-то продвигайте, да. Пишите комментарии, это тоже обязательно. Все, всем спасибо. Пока-пока.